резиновые сапоги повыше и вперед. Ну, нужно активизировать работу, как говорится, это раз. Во-вторых, надо строить дренажную канализацию. Резиновые сапоги. Оптимальный вариант, да. Потому как это каждый год традиционно лужи. Пора бы уже привыкнуть к лужам, к грязи. Да. Мы живем в больших городах, где без этого просто не обойтись. Коммунальщики вон стараются. А мы можем только одеть резиновые сапоги. Могли бы, конечно, получше стараться. Пораньше весной вывозить лишний снег, потому что снега очень много скапливается. Ну, конечно, мешают. А как вы с ними справляетесь, лишние? Никак не справляемся. Идем прям по лужам, где невозможно перейти. Что прям делать? В сапожках? Прям в сапожках. Не в резиновых? Ну, пока сейчас небольшие лужи, так нет, не в резиновых. А потом уж придется и резиновые доставать. Я вчера два раза чуть не упала. Через дорогу переходила. Так не знаю, как. Так и справляемся. Обувь протекает, ходим. Резиновые еще рано одевать. А такая обувь протекает, кожаная. А как вы думаете, как можно с ними справиться? Не знаю, как-то надо все равно снег больше убирать. Не знаю, как, чтоб работали, убирали, прочищали. Проблема вот у нас в Кармановке на Ленина, идешь в сторону Кармановки старой, и там ни тротуаров, ничего нет. И вот идешь по дороге, я туда на работу хожу, и вот я вчера, говорю, два раза чуть не упала. Даже тротуаров, хотя бы тротуары были, так и то, видите, они хоть немножко почищены, хоть можно пройти, а по дороге-то не пройти никак. Мне очень даже радует эта погода. Я дворником работаю, и так мне радостно, что весна скорее наступила. Надоело этот снег выбирать. А у нас ничего сейчас не сделаешь с ними. Снег вроде возят. А что с ними сделаешь? Если канализации нет сливной, куда они будут уходить, эти стоки? Так и будут здесь. Будем мучиться. Очень мешает. Как вы думаете, как можно с ними справиться? Ну, это надо в администрацию уже сейчас. И что они, и что им делать, администрация? Ну, следить за дорогами. Конечно, мешает. Конечно. Тем более мы живем на Швецово, в старом аэропорту, там вообще не добраться по-хорошему и с коляской. А как вы думаете, что можно сделать с этим? Какие у вас есть предложения? Ну, заасфальтировать быстрее дороги, наверное, тогда меньше снега будет, легче будет его чистить.